Ручной дозатор с автоматическим и ручным режимом работы. Ручной дозатор. Я вижу, что он через компрессор работает пневматически. Да. То есть на ручном режиме работает с помощью педальки. На автоматическом работает компрессор. От 100 мл и до 1000, насколько я знаю, да, он дозирует? Далее. Подключается он либо к Еврокубу, либо мы подключили его... Да, подключили к Еврокубу, поставили, точнее, не подключили еще. Вообще можно поставить любую емкость с реактора и оттуда уже провести дальше...